Район доков. Мы уступаем дорогу. Нас лишь шестеро против легиона. Пятеро. Кадор мертв. Прости меня, брат. На мгновение я забыл. Поднимайся! Во имя Императора, встань и сражайся, иначе мы все умрем. Привет, реклюзиарх! Прими благодарность от черных храмовников, штурмовик. Думаю, мы подошли вовремя. Как твое имя? Рядовой Андрей. 703-я дивизия штурмовиков Стального легиона, сэр. Рад видеть вас в бою. Подобная храбрость достойна авангарда. Благодарю, реклюзиарх. Я запомню ваши имена и ваши деяния в этот день. Всех вас. Пусть Хелсрич пылает, но война еще не проиграна. Я очень польщен, реклюзиарх, как и любезные и замечательные господа рядом со мной. Но если вы еще сообщите моему капитану, я буду совсем счастливым. Так и будет, рядовой Андрей. Даю слово. Надеюсь, это впечатлит даму, на которой я собираюсь пожениться. Да. Хорошо. Что это? Быть этого не может. Может. О, да! Что это? Десантные капсулы. Десантные капсулы Астартес. Для меня честь сражаться рядом с вами, реклюзиарх Грималтус. Храмовники в долгу перед вами, но скажи мне, брат, почему вы пришли? Мы последние из Саламандр на орбите. Повелитель рожденных в огне призвал нас, и мы повиновались. Магистр Тушен, да продолжит император благоволить ему, сражается далеко отсюда, брат. Саламандры проливают кровь врагов во многих лигах восточнее, у реки Хэмок, почерневшей от инопланетной крови.
Саламандры увидели твое тяжелое положение, благородный реклюзиар. Мой повелитель и магистр услышал о вопиющем истреблении мирных жителей в прибрежных районах Улья. Нас 70 воинов, и нас избрали, чтобы мы десантировались именно здесь и удерживали вместе с вами доки. И затем вы уйдете. И затем мы уйдем. Наш бой идет на берегу Хемлок. Наша слава там. Этот город, он пахнет как дом. Неделю спустя. Войска, которые находятся за пределами Улья, подали просьбу благороднейшему легио Инвигелата покинуть город. Она останется. Она поклялась сражаться. Насколько я понял, имперское наступление вдоль реки Хемлок приостановлено. Расположенные там поселения, которые защищают саламандры и кадианские ударные полки, теперь обладают более важным приоритетом, чем Хелсрич. Это лично от старика. Пришло по Воксу больше часа назад. Мне плевать. Нам поручили защищать Хелсрич. Нам, да. Но принцепс Зархе поручили развернуться в том месте, где она сочтет нужным. Она не уйдет. Она здесь до конца. Ох, прекратите, пожалуйста, реклюзиарх. Вестник бури атакует батальон развалюх титанов в 7 километрах далее по магистрали Хели на Расторикском сталеплавильном заводе. Принцепс еще не сообщила о решении. А что насчет... оружие, реклюзиарх. Пустая надежда. Никто из нас и не возлагал особых надежд на Ординатус. У него слишком мало шансов на успех. С какой стороны ни посмотри. Не за что их уважать. Они сражаются, чтобы защищать, чтобы сохранять. Все их цели направлены на то, чтобы удерживать уже завоеванное человечеством. Я не оскорбляю их как воинов, но десантироваться в капсулах в город только для того, чтобы защитить гражданских? Безумие! Бастилон, пожалуйста, ты же знаешь, я прав. Я знаю, что ты вступаешь на скользкую дорожку. Не пятнай честь братского ордена. Саламандры пролили столько же крови на той неделе, сколько и мы. Не в этом дело! В этом ты и я расходимся, брат. Но ты еще молод. Ты поймешь. Не опекай меня, старик! Я не старый. Не смейся надо мной! Тогда прекрати смешить меня. Какие два ордена сражаются за одно и то же? Какие два ордена ведут бои по одним и тем же принципам? Все мы рождаемся в разных мирах, и нас обучают разные наставники. Прими их различия и стой рядом с ними, как с союзниками. Сержант Верет. Жители Хелсрича и Армагеддона благодарят тебя и твоих братьев за помощь. Сегодня вы покидаете город? Повелитель рожденных в огне зовет. Так и есть, так и есть. Я лично благодарю вас. Без вашего прибытия многие бы погибли. Вы сражались с непревзойденной яростью, стальные легионеры. Для меня было честью сражаться вместе с вами на улицах вашего города. Это была честь для нас, Верет. Удачной охоты в пустошах и передай мою благодарность своему повелителю.
Что ты хочешь, Саламандра? Поговорить, если вам угодно, Реклюзиарх. Для меня это честь. Отвечаю я, но это ложь. Мои братья и я пришли в город без просветленного напутствия капеллана. Мы будем очень благодарны, если вы возглавите наше богослужение, прежде чем шестая рота покинет город и воссоединится с орденом на берегах Хемлок. Я мало знаю о вероисповедании твоего ордена, Саламандра. Мы понимаем, Реклюзиарх, но все равно будем очень благодарны. Вспомни битву прошлой ночью. В эту секунду укрощенные эмоции вторгаются в мои мысли. Они бросают на нас тень, словно занесенное врагом копье. Какой момент битвы тревожит тебя, Реклюзиарх? Хороший вопрос. Где саламандры? Они удерживают! Они что? Следуйте за нами! Во имя трона! Назад! Отступать к восточной платформе и приготовиться к бою со второй волной! Атакуем! Если мы ударим сейчас, не будет никакой второй волны! Мы почти у глотки их командира! Он уходит! Отступаем! Сэр! Нет! Отступаем! Ради этого не стоит умирать. Сейчас нас слишком мало, чтобы пустить кровь в наш огонь. Понимаю. Вы считаете это пятном на вашей чести? Нет, брат. Я считаю это напрасной тратой времени, боеприпасов и жизни. При следующих волнах погибли двое из твоего отделения. Если бы мы атаковали вместе, то смогли бы пробиться к предводителю ксеносов и взять его голову. Это тактически ошибочно, Реклюзиарх. Преследование могло оставить укрытие уязвимым перед перегруппировавшимися волнами тварей из других кварталов. Своим сопротивлением мы спасли 3000 жизней. Не было атак из соседних кварталов. Но они могли бы быть в случае погони. Я закончил с этой дискуссией, Саламандра. Мне жаль слышать, что вы так говорите, Реклюзиарх. Убирайся из моего города.